Добрый день. Пришла мне такая игрушечка. Заказывал ребенку. Всякое там любит. Киндеры, лего, всякие скейты ему нравятся. В киндерах вот тоже там какие-то скейты были, скутеры. И он что-то увидел, со мной смотрели, увидел вот такой вот, не знаю, как брелок, игрушка. Не брелок, а брелок, конечно, нет. Просто закинул в корзину, не посмотрел, а он, оказывается, еще светодиодный. То есть здесь есть у нас, получается, три батареечки и переключатель. Размерчики у него достаточно большие. Ну, получается, больше 10 сантиметров. И так он на самом широком месте. Почти 3 сантиметра. Здесь у нас как бы такая поверхность шершавенькая. Все, ну, наклеено что-то такое, как типа резины. Сам он пластиковый. Колесики крутятся плохо, то есть вот так покатать их не получается. Колеса не крутятся при таком. Может быть, если только их смазать каким-нибудь силиконом, но это будет уже не то. Сначала я тоже не разобрался, думал, просто вот такой свет, светит он получается. Вот так красиво выглядит. Думал сначала так, оказывается, если вот приглядитесь, вот здесь такой. То когда вдали, на стенке будет, когда он стоит на столе, на стенке будет вот такое вот, такое изображение, типа парня в кепке и на скейте. Выглядит прикольно. Потом я когда на сайте разобрался, посмотрел на ссылочку на товаре, что есть разные рисунки, сами скейты разные немножечко, там фигуры разные, цвет тоже разный, потому что здесь зеленый как бы. И разные рисунки. Ну, типа проекция такая. Издалека тоже хорошо, особенно в темноте, выглядит красиво. Ну, вот, наверное, получается сантиметров 15, вот такой вот рисунок. Вот, наверное, сантиметров 20. Даже больше сантиметров 30. То есть, когда вдали, там где-то метр, полтора, там вообще красиво смотрится, ну, тогда надо в темноте это все смотреть. Разобрать я так не пробовал. По ходу дела здесь разобрать не получится. Но, может быть, варварским способом как-то. Ну, на батарейке, наверное, можно как-то заменить. Разные цвета, разные формы и разная получается проекция. Ну, один недостаток, что их нельзя катать. Заказывал я давно. Мне как-то не пришли. Тоже скейты, но они хорошо крутятся, колесики. Потом я где-то в другом месте покупал. Они крутятся. И для них можно трамплины сделать и там типа катать. Но этот, получается, не катается. Не катится, колеса не крутятся. Ну, крутятся, но ничего интересного из этого не выйдет. Будут вопросы, задавайте. Подписывайтесь. Спасибо за просмотр. Пока-пока.